Привет всем! Вы на канале вязания и я Светлана Садыгова. Сегодня мы будем вязать петли для пуговиц. Я вот покажу сейчас образец, я сделала. Вот. Вот такие петли. Очень аккуратные. Вот на такой приблизительно пуговицу. Смотрите, аккуратно с одной стороны идут, вот слева и справа. Лучше петель вы в интернете не найдете. Горизонтальные петли. Я считаю, что это самое лучшее. Смотрите, поближе я вам покажу. Так, начинаем вязать. Провяжите немножко, как я провязала, чтобы вы могли научиться. Теперь вяжем. Тут я набрала 20 петель. С краю мы отступим. Провяжем лицевую гладью, будем вязать 7 петель. Первую сняли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот 7 петель у нас получилось с кромочной петлей. Так, дальше. Теперь будем вывязывать петельку для пуговицы. Вот, все мы провязали. Теперь следующую петлю, восьмую, снимаете за заднюю стенку с левой на правую. Так, теперь следующую петлю, вот вторая, перекидываете через ту, которую мы сняли, и под подтягиваете. Вот я подтянула. Так, вот у нас получилось 7 петель. Теперь мы точно так продолжаем. Следующую снимаем слева направо. Теперь перекидываем. Так. Дальше. Точно так за заднюю стенку снимайте. Снимаю я за заднюю стенку, чтобы было аккуратно край. Сейчас я посмотрю. Сошло у меня. Сейчас, секундочку. Поправляйте, как я поправляю, если уходит петля. Вот у нас сейчас еще шестую петлю мы снимем. Так. На такую пуговицу я снимаю 6 петель. И вот мы последнюю, вот которую мы сняли, да. Ее оставляем на левой спице. Так, тут у нас край получилось 7 петель. Так, теперь здесь 7, а здесь мы сняли первую, тогда у нас получилось 6. Теперь вот крайняя петля,
которую вот мы снимали, мы ее одеваем на левую спицу. Вот еще раз показываю. Вот она прям видно. Вот. И у нас тут получилось 7 петель. И тут тоже получилось 7 петель. Теперь мы сняли 6 петель, но будем добавлять 8 петель. Для чего, вы посмотрите дальше. Так, таким образом петли добавляем. Раз. Смотрите. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 8 петель мы добавили. Так. Теперь смотрите дальше, как мы вяжем. Вот следующая вот петля. Снимаете с левой на правую и в следующую петлю перекидываете. И край обязательно притягиваете и в начале, и в конце. Вот притянули. И дальше вяжете лицевые. Так, вот мы провязали. Теперь на изнаночной, как обычно, лицевая гладь, это изнаночные петли. Так, 5, 6, 7, и эти петли, которые мы добавили, мы тоже провязываем. Если тяжело провязывать они, потому что рыхло сильно не вяжите, это петля, чтобы она не была рыхлой, а поддерживайте лучше пальцем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот, видите, следующая петля. И здесь, видите, какой разъем большой. Если мы просто ее провяжем сейчас, да, вот так, то будет она некрасивая. Вот это удлинилась петля, она и немножко будет удлиненная. Для этого мы сейчас, вот таким, добавляли мы петли для этого. Вот мы берем сюда, слева снимаем на правую, и теперь следующую петлю перекидываем через снятую. Получилось вот таким образом. Вот. И теперь дальше вяжете изнаночку. Так, вот у нас видна уже петля. Сейчас мы провяжем лицевыми на лицевой, а изнаночные на изнаночной стороне. Посмотрите, как она смотрится красиво. Вот мы провязали 6 петель, а 7-я мы провязываем за заднюю стенку, за переднюю провяжем, потому что она перекручена немножко. И подтяните. А тут дальше провяжите тоже,
как обычно, за заднюю стенку. Провяжем с вами сейчас несколько рядов лицевой гладью. Посмотрите, вот петля наша. Видите, какая она красивая. Ровненькая, аккуратная. И тут по краям, видите, хорошо. Не рыхлая, не растягивается. Несколько рядов провяжите. Так, вот готова наша петля уже. Смотрите, какие аккуратные. Вот я пуговицу свободно продела. Так, вот на такие пуговицы получается. Вот на такую пуговицу. Это 6 петель. На такую петельку я здесь вставляла, провязывала, снимала. Так, вот смотрите, как красиво получилось. Так? Я думаю, что это лучшая горизонтальная петля. Так что, если кого-то заинтересовало, пожалуйста, вяжите. Я обновила урок, я уже давала по этим петлям. Я еще раз сняла, потому что многие попросили новое видео записать. Все. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.